Всем-всем привет! С вами снова Татьяна. И канал мой называется Татьяна Беликова. Сегодня, девчата, у нас 1 августа. И мне пришла с Москвы вот такая вот посылочка от моей подписчицы Верочки. Я не знаю, что в посылке. Вернее, знаю, но не все. Поэтому сейчас я ее поставлю камеру и при вас вскроем. Что же там? Я знаю, что там для Кристины и Веры носочная была пряжа. А что еще? Будем смотреть вместе с вами. Кому нравятся такие видео, я вас приглашаю. Посмотрим. Ну вот, девчонки, я поставила посылку на пуфик, потому что она большущая. Я не знаю, что здесь можно было столько всего много наложить. Вера обалдела, по-русски сказать. Это столько всего. Боже мой. Ну, будем смотреть. Я буду сейчас вытаскивать вот сюда на стол. И потом поближе все с вами посмотрим. Ага, здесь вот пряжа из Троицка. Носочки, она сказала, будешь вязать носочки девчонкам. Девочки, пока выкладываю, это тоже 100% шерсть, тоже на носочки. О, это конфеты. Вера, с ума сойти. Зефир. Сколько здесь детям вкусностей. Девочки, ну, сейчас будем все это потом поближе смотреть. А это она мне говорила, тетрадочки. Там уже девочки решат, кому из них. То ли Кристине, то ли это Вере. Они сами определятся. Мармелад. Девочки, здесь столько сладостей, я вам скажу. Не передать. Любимый сок. Вера. Боже мой, сколько всего много. Спасибо, конечно, огромнейшее. Я не знаю, как выразить те чувства, которые я сейчас постила. Мама мия, тут очень много сладкого. Она говорит, я тебе послала, Таня, небольшую посылочку. Шоколад. Боже мой, сколько вкусностей. Печеньки. Ну, это мы все поделим между Верой и Кристиной. Вот такая пряжа. Такую я даже в руках не держала. Девчата, будем все рассматривать сейчас. Еще пряжа. Какая красота. Какая красота. Конфетки. Опять конфетки. А Кристина вчера уехала. Но они приедут после 3 числа. Они поехали по больничкам. Барни, барни они любят. И одна, и вторая. Так, девочки, сейчас буду выкладывать. Тут столько много, стола не хватает, чтобы все это положить. Какая вкуснота здесь. Да, девчатам раздолье. Это, конечно. И кофе. Вера, огромное-огромное тебе спасибо. Это будут, дети приедут, мы обязательно попьем. Я такого у нас не видела. Но, может быть, и есть где-то в магазинах, но я не видела. Спасибо огромнейшее-огромнейшее. Боже, сколько тут всего. Пряжи, девочки. Пряжи много. Много вкусностей. Чай. Еще чай.
Ну, это я чаевщик. Конфетки. Опять же чай. Девочки, здесь столько, еще много-много пряжи. Боже, какая красота. Пряжу, девочки, мельком пока показываю, да? Потом сядем, и я вам покажу прям поближе. Там, говорит, немножечко на носочке. Да тут множечко. И очень даже множечко. Вера, огромная-огромная. Спасибо, здесь много пряжи, которые абсолютно для меня вот новые. Я ее в руках не держала. Вот эта вот вся пряжа, это все новинки для меня. Ой, ну какая красивая. Не передать. Ой, вообще, девочки, это что-то с чем-то. Вот такая красота. Ну, будем сейчас смотреть, мои хорошие. Новая-новая пряжа. Супервош. Я немножечко знакома. Я вязала супервош. Вы знаете, кофту, которую я очень люблю крючком. Я пыталась связать платье, но у меня было всего 3 моточка. Мне присылала Ниночка Лауберг с Германии. Я все время ее вспоминаю добрым словом. И я с нее вязала именно с 3 мотков. У меня получилась шикарная кофточка. Но это будем вязать носочки. Носочки будут такие красивенные. Девочки, я тут закашлялась. Вот такая вот еще пряжа. Очень много новой пряжи. Для меня вообще незнакомый. А, вот такая-то, это новинка, видать, подмосковная, цветная. Ой, водопад. Только вчера смотрела видео, женщина показывала вот эту пряжу и очень-очень ее хвалила. Девочки, тут пряжи столько много. Боже мой, сколько много, Вера. Ты меня завалила, моя дорогая. А здесь это она сказала одно полотенце Вере, одно Кристине, которое она шьет своими ручками. Вафельное полотно. Девчата, плотное такое хорошее. В общем, девочки мои дорогие, Вера, огромное-огромное спасибо. Вы только посмотрите, весь стол завален. Я убираю коробку. И надо попить мне чаю, потому что я под такими... Сейчас, секунду. Ну вот, мои хорошие, давайте продолжим, посмотрим, что уже тут у нас такое есть. Вот такой блокнотик прислала Вера. Ну, классный. Я не знаю, кому это будет. На 40 листиков. Может быть, Вере, может быть, Кристине. И тетрадочки. Тетрадочки в клетку. Тетради еще Вере учиться еще 2 года. Кристинке еще рано такие тетради. Это общее. Спасибо, Верочка. Это все-все пригодится, конечно. Ну, давайте посмотрим. Барни. Вкус вареная сгущенка. Так. Ну, это вот я покупаю такие печенюшки. А это вкус ванили и клубники.
Ну, это вкусненькие, девчата. Очень вкусные. Тут их по 5 штук. Это уже Кристи приедет, и девочки мои будут кушать. Вот такие печенки с вишней. Тоже любят такие. Мы покупаем. И Наташа часто берет у нас в фикс-прайсе. Вот с начинкой, облитые шоколадом. Это вкусненькие вещи. Вот такие с клубникой. Те были с вишней, а это с клубникой. Вкуснятина. Пастила. Пастила, девчата. Со вкусом клюквы и со вкусом мармелада. Сахар, вода, питьевая, патока, пюре, яблочная. Вот я у нас не вижу. Может, она и продается в кондитерских, но как-то не брала. Попробуем, Вера, попробуем. Я думаю, это будет очень вкусная вещь. Спасибо огромное. Потом, девчата, мармелад. Это у меня старшая дочь очень любит. А Вера как-то не очень их. Здесь лимонные, апельсиновые, грейпфруктовые дольки. Вкуснятина. Я думаю, Вера попьет тоже с чаем. Вот. Вера любит вот это. Это ее радость. Фундук с изюмом и цельный фундук. Вот, Милка, это молочный, значит, да? Молочный, наверное, альпийское молоко содержит. Угу. Это вот она любит, просто, просто без шоколада у нее депресняк всегда. Это счастье, не будет предела счастью, девочки. Клюква. Сейчас откроем, посмотрим, что же здесь. Девчата, клюква в сахарной пудре. Я не знаю, такая красота. Мне писали, что она очень полезная. Клюква свежая, дикорастущая. Сахарная пудра, крахмал кукурузный. Ага. Вот, ну я не ела эту ягодку, не знаю. Попробуем, посмотрим. Я думаю, это вкусняшка. Ой, она беленькая. Я думала, она будет красненькая. Она в сахарной пудре, девочки. Вот такая. Ну-ка, я попробую. Вкусная. С кислинкой. Вкуснятина. Спасибо, Верочка. Зефир яблочный. Это обожает моя старшая дочь. Вера не любит. Кристина так. Поэтому это будет есть Натали. Она нам привезла. Пакет в холодильнике лежит. Они уже стали жесткие. Вера, поэтому это будет подарок моей старшей дочке. Я думаю, ты не против. Но это вкуснятина. Вот это Вере. Кристиной. Ой, не вытащу. Это их вкусности. Это они любят. Альпенгольд. Угу. С орешками. Это обожают. Пикник. Ой, сколько вкусноты. Сколько всего. Просто... Вишня, вишневая черешня. Угу. Это напиток, содержащий из яблок, вишни, черешни, осветленный для детского питания. Ну, это Кристине и Вере попить. Спасибо, Верочка. Спасибо огромнейшее. У меня нету слов. Маленькая, говорит, посылочка-то не идет. Конфеты с орехами. Угу. Красота. Это птичье молоко. Настоящее. Это вкуснятина. Это мы уберем и будем ждать приезда внучки. И будем все равно
когда они приезжают, мы собираемся за столом, общаемся. Вот это будем пить чай с этими вкусностями. Произведено в Германии. Мамбо. Фантастик микс. Тоже вкусненькие, дети любят. И вот такой подарочный набор шоколадных конфет. Огромная коробка. Спасибо, спасибо, моя дорогая. Я не знаю, у меня просто нет слов. Вера, вот что сказать? Есть люди, у которых открытая душа и огромное-огромное сердце. Вот ты из тех людей. Спасибо огромное. Огромное тоже от всего моего сердца. Это для меня чаи. Девочки, здесь прям вот разный чай. Тесс. Видите? Это зелененький и черненький. Вот. Вот здесь тоже или с розами, с чем тут. В общем, эти разные чаи. Я чаевщица. Вер, спасибо большущая. Это буду я чаи гонять. Я почаю, по чаю просто умираю. Вот здесь Ричард. Это черный чай. Здесь Ричард. Так, черный тоже, наверное. Так, так. Напиток из гибискуса с кусочками малины и фруктов рояль. А он черный? Попробуйте другие королевские вкусы. Попробуем. Угу. Так, вот я не вижу, только черный он. Ну, скорее всего, черный, потому что упаковка темная. Спасибо огромное. Ой, у меня чаю теперь полным-полно. И вот такой вот кофе. Да, я такое у нас не видела. Кофе. Прям крупный такой вот помол. Значит, очень хорошее. Ага, кофе молотый, растворимый арабика. Полученный по технологии. Какой-то тут натуральный, 100% растворимый, сублимированный фриз-драйв кофе, содержащий внутри кристаллы жареный молотый кофе. Спасибо. Это Швейцария, изготовитель. Вот такой. Ну, поэтому я его здесь у нас не видела. Может быть, в кофейнях, которые вот магазины, где чай, кофе, там, может быть, есть. Я не видала. Спасибо, Верочка, огромное. Я сейчас уберу эту коробку. Все это сложила в коробку. А мы с вами перейдем, девочки, милые мои, вязальщицы особенно, мы с вами перейдем вот сюда, к этой вот неописуемой красоте. По-другому я не скажу. Вот это... Ой, у меня такое настроение приподнятое. Не то слово приподнятое, а где-то я летаю в облаках, и я представляю, какую красоту можно из этого всего сделать. Итак, будем смотреть. Девчата, пожалуй, я начну вот с этой пряжи. Их 5 моточков. 100% шерсть, 250 метров на 100 грамм. Это наша отечественная пряжа из Троицка. Так, что здесь пишут? Цвет стальной. Но вот такую я, она мне знакома. Я вязала для своего зятя, для Кости, шапку. Чисто шерстяная. Она очень мягкая и очень-очень теплая. Здесь спицы рекомендуют 3,25-3,5. Вот. И она, видите, значочек стоит, двоечка, она немножечко как бы объемная. Скрутка шикарная, поэтому и 5 мотков.
Я посмотрю, что из этой пряжи. Здесь полноценное изделие получается. 1200 метров. 250. 225. Вот. Поэтому посмотрим, да. А может быть, для Кости можно связать будет безрукавку. Если он, конечно, захочет. Цвет такой прям вот хороший-хороший. Ой, спасибо, Верочка, огромное. Следующие моточки. Вот давайте вот эту посмотрим. Вот этот моточек первый раз держу в руках. Здесь, значит, что у нас пишут-то, девчата, 75% шерсть. 25 полиамид, 30 градусов стирка, крючок 1-3, спицы 2-4, глажка на единичке. Смотрите, девочки, вяжут что? И кофты, и носки, и платки, и шапочки, и митинки. В общем, она идет везде и всюду. Написано «машинная стирка». Ализе Супервош. Вот это для меня новая пряжа. Девчата, ниточка такая классная. Вот такая. Скрутка у нее прям хорошая абсолютно. И она очень-очень мягкая. Совершенно не колкая. Абсолютно. Сколько здесь грамм, я вот не вижу. А, вот. 100 грамм 420 метров. Но это на носочке. Тут носки и шапку можно связать. Видите? Или манишку. Ну, это носочки будем вязать. Вообще классные. Такая мягенькая. И не колючая. Так. Вот такая вот этикеточка. Вот это новая для меня, девочки, пряжа. Вот это тоже носочная пряжа. 75 шерсть, 25 нейлон, 100 грамм 400 метров. С одного мотка вот пара носок. Любого, наверное, размера свяжется. Девчата, вот это для меня... Премиум Астра, Карелия название, 400 метров. Так, производитель Китай. Ой, ну она классная, девочки, она очень классная. Представляете, какая она тоненькая. И связать с нее носочки, это, я не знаю, спицы двоечку, наверное, надо. Здесь крючок 2,5 указан. Спицы вообще не указаны. А и спицы 2,5. Да. Носок вот 100 грамм на 43 размер хватает. Носки. То есть можно с одного моточка мужские носки выходят. Ой, ну мягкая и цвет очень-очень красивая. Пряжа вообще такая шикарственная. Ой, вот этот моточек хочется мне взять. Девчата, он такой мягкий, тоже носочная пряжа. Смотрите, какой носок классный. Вот он нарисован. Обалденный. Это Газал. Ну, я не прочту, не буду даже ломать свой язык. Вот этикетка. Видите? 100 грамм 330 метров. Она в пасмочке. 75 супервош, мерино вол шерсть и 25 полиамид. Ой, она такая мягкая, девчата. А уж цвета я не могу. Радуга, очень красивая. Просто обалденная. Ее надо будет перемотать. И с одинаковой, наверное, ниточки начинать вязать носочки. Я думаю, это так. Я попробую на машинке вот эти носки. 30 градусов стирка и 2,5, 3 спицы, 4, 5. Это у нас
крючок, девчата. Ну, 4-5 крючок, я даже не знаю, тоненькая такая нить. Но очень мягкая, очень-очень-очень. Девочки, она настолько приятная. Можно носки, но я вам скажу, что я супер вош вязала себе кофту, и она у меня в любимчиках. Я ее зимой ношу. Она не колкая совершенно, она очень классная и к телу такая очень приятная. Ну и вот по тактильности, я говорю, просто, знаете, ну слов нет, не передать. Вера, огромное-огромное спасибо, моя хорошая. Потом вот такая, тоже для меня это новая пряжа. Состав 6-50-50 акрил. Здесь 100 грамм. А сколько? Масса 100 грамм. А вот метраж что-то здесь не пишут. Это пряжа Камтекс, девчата. Может, внутри где? А-а. Спицы 3,5, крючок 3,5, 30 градусов стирка. Вот значки. А метража что-то здесь, ну, не пишут. Вот такая скруточка хорошая. И есть такой вот пушок. Вот он, видите? Ну, 50 на 50 шерсть здесь. Так, сколько здесь ниточек? Из 3 ниточек состоит вот эта вот нить. Вот она. Видите? 3 ниточки. Не колкая, девочки, вообще не колкая. 4 моточка. Ну, вот единственное, я не знаю, метража. Надо будет посмотреть в интернете. Да, метраж не пишут. Вот что-то они упущение сделали, да? Соната. Город Москва. Город Камтекс. Фабрика Камтекс. Ну, я посмотрю на сайте. У меня их 4 моточка Вера прислала. Огромное-огромное спасибо. А вот такие еще соната тоже, видите? Красивенный цвет. Он такой зелененький. Болотный, девчата, но очень красивый. Очень-очень. Надо посмотреть метраж. Вообще, очень красота такая. Да, носочки будут классные. Почему метраж не пишут, да? Что-то вот... Ну, посмотрим, посмотрим. Вот этот цвет просто обалденный. Посмотрите, какой красивый. Да? Цвета обалденные. Вообще, люблю всякие моточки. Но это просто вот чудо. Вот это для меня тоже первый раз держу в руках. Новая пряжа Ланоса. Бонита. Вот Бонита. И вот там читайте, девчата. 100 грамм. Так, 300 метров. Так. 30 градусов стирка. Крючочек 1. Единичка. Так, а сколько чего? 51 акрил и 49 шерсть, девчонки. Такой симпатичной расцветки. Не, а, вот спицы нашла. 4-4,5 спицы. Скрутка классная. Но это тоже будем вязать носочки, наверное, все. Может быть, и будем носить, потому что мы теплые носки сильно не носим. Но пряжа шикарная, можно и шапку связать. Посмотрим, девочки, потому что что на носочки, но носки мы не вяжем в таком большом количестве, поэтому, Вера, возможно, это будут шапочки. Вот. Вот это носочки однозначно. И это носочки однозначно такой красоты.
Это тоже будет однозначно носочки, тут 300 метров. И, возможно, одна будет шапочка, а, возможно, носочки. В общем, очень шикарная пряжа. Я не называю колоры, девочки, но если вам интересно, вот здесь колор 12-14, вот лоноса, потому что уж расцветка сильно красивая, вот просто красивенная. Здесь колор, а здесь даже я его и не вижу. Здесь нету. Просто носочная пряжа. А колор не пишут. Артикулы все, девочки. А вот цвет 1001. Вот 1001. Тоже красивенный, красивенный. Ну а здесь колор тоже ж должен быть. Девчата, вот здесь пишут S. S3243. Я думаю, что это там. Или партия, или колор. Это вот что-то. Скорее всего. Тоже такая мякушка, красивенная пряжа. Девочки, гляньте, какая красота. Супер вош, 100 грамм. 420 метров. Но вот с этой я вязала крючочком себе кофточку. Не с этой, а именно вот с такой пряжи. Она очень шикарная. Носкость у нее до 10 лет. Не закатывается, не садится. Вот как изделие свяжешь, в том состоянии оно остается. Никаких катышков. Машинная стирка. Спокойно можно вязать. И смотрите, какие носки получаются красивенные. Вот так ложится рисунок. Вообще классно. Это носочки будут. А вот здесь вот рисунок, видите, шапочка и именно варежечки. Шапка и варежки. Тоже классное все. Здесь, значит, колор 44-46. 75 шерсть, 25 полиамид. 2-4 это спицы рекомендуют. И 1-3 это крючочек. И 30 градусов стирка. Шикарный моток, красивенный, просто красивенный. Это я сегодня буду любоваться. И не один день этой пряжи. Она у меня еще полежит на столе, как всегда. Потому что, девчата, когда попадают в руки новые моточки, вы прекрасно понимаете, что ни одна вязальщица не уберет в коробку или в дальний ящичек, а положит и будет с неделю, это уж точно, на нее просто ходить мимо и любоваться, и между временем подходить, щупать ее и воображать, что же из нее можно связать. Вот таким образом приходят идеи. Идеи и вдохновение, что что-то раз и выстрелит в голове, и захочется именно вот взять этот моток или этот и бежать сразу вязать. Посмотрите, какой красивый моток. Просто обалденный, да? Просто обалденный. Он чем-то схож вот с этим. Цвета вот эти. То ли морковный, то ли рыжий какой-то, но цвет просто обалденный. Здесь тоже это носочная пряжа, 420 метров на 100 грамм. Колор, девочки, сейчас я вам скажу, 7709. Она очень приятная, эта пряжа, очень-очень. Буду вязать и буду вам показывать. Но я думаю, что я и на машинке свяжу, и какие-то носочки свяжу именно руками. И сравню, допустим, да, вот как оно будет смотреться в машинном вязании и как оно будет смотреться в ручном вязании. Носки шикарные, просто вот шикарные. Спасибо, Верочка, спасибо огромное, преогромное. Девчата, вот это для меня новая пряжа. Пряжа из Троицка. Так, вот эту давайте посмотрим. 50 шерсть, 50 акрилик, 250 метров.
ниточка такая толстенькая. Вот она. Классная. Цвет секционная. Так, здесь вес 100 грамм. 100 грамм. Лот, девочки, здесь пишут лот. 92-305. Так, она тоже объемная, видите, значочек двоечка. 3,5 крючок нам рекомендуют. 30 градусов стирка, вот значки. Очень мягкая, не колючая. Ну и с нее быстро свяжется, потому что ниточка 250 грамм на 100 грамм. Толстоватенькая, толстенькая, хорошая. Но у нее есть, девчата, пушочек такой, вот легенький пушок присутствует. Но очень приятная нитка. Да, вообще красивая. Ну, это тоже будут носочки. Правда? Вообще хорошая. А можно и шапочку связать. Посмотрите, она классная какая. Вот это для меня новая пряжа «Водопад». Буквально вчера смотрела ролик, и там блогер говорила вот об этой вот пряже, что она у нее попала в фавориты. Пряжа классная. Здесь, девчата, 70% шерсть и 30% капрон. Она настолько приятная в руках. Цвет принт. Так, и лот вам скажу. 0,699. Да, здесь пишут лот. Именно лот. 400 метров здесь, девчата, вот. Здесь 400 метров. Метраж хороший. Но носки будут классные. Я думаю, раз тут капрон, вообще протираться не должно. И носочки будут просто шикардосные. Посмотрите, переходы такие. Цвет красивенный. Просто красивенный. Обалденный. Вера, огромное-огромное спасибо. Ты меня завалила пряжей. Столько этой красоты. Просто, девочки, вот мои ощущения сейчас вот просто не передать. Вот за эту пряжу Вера мне сказала, это хлопок, свяжи Кристине какую-нибудь кофтюлю. Лилия. 100% хлопок, 100 грамм, 280 метров. Ого! 560 метров. Яркий такой цвет. Да, это будет что-то на вроде как тунички пляжной. И это будет для моей Кристины. Пряжа для ручного машинного вязания. Так, спицы 2-3,5. Крючок 2. 40 градусов стирка. Классная. Вот так тактильно, просто шикарная. Я такую тоже пряжу не знаю. Это для меня новая пряжа. Сделано в России. И лот номер 048. Вот такая, девочки, этикеточка. Красота. Красота неимоверная. Сколько у меня сегодня эмоций. Сколько я буду ходить любоваться. Ой, еще какой красивый, красивый расцветки. Но два моточка не будем вытаскивать, вытащим один. Это тоже камтекс. Девочки, обратите внимание, все равно на наши отечественные пряжи камтекс, я вам давала ссылку, магазин Кальви, там хозяйка Наташенька. Если вы туда зайдете, да, там действует промокод для моих подписчиков, слово «Татьяна». А для вас будет там скидка. Вот она торгует именно пряжей с фабрики Camtex. Девочки, она ничуть не уступает вот импортной пряже. Так, пряжа для ручного вязания. 100 грамм 245 метров. Здесь их 3 штуки.
Это 600-735 метров. О, тоже можно связать полноценное изделие, и оно не колючее. Ну, вот из этой я, наверное, свяжу для Кристины кофту. Ну, такая вот девчачий цвет. И она вот тактильно, вообще не колкая, вообще, девочки. Хотя здесь же шерсть и акрил. Да, а цвета шикарные. Цвет вообще обалденный. Так, здесь, значит, я вам сейчас скажу. Гармония розовая, 0,56. Вот слепая-то еще я. Вообще классная. Ниточка, скрутка хорошая. Ей будет очень приятно вязать, девчата. Одна, значит, нить состоит из трех ниточек. Скрутка хорошая, прям вот класснючая. Да, это будет, скорее всего, кофточка. Можно добавить сюда еще беленькую пряжу, подобрать по метражу, да? Ну, 250 метров можно взять метраж и сделать такую хорошую прям кофточку. Можно с капюшоном. И будет шикарное изделие. Или свитшот, да? И вот такая тоже пряжа. Девчат, для меня это новая. Вера, я вот такую, допустим, вообще не видела пряжу. Совсем. Ой, не буду читать, я английский не знаю. Орлис, я читаю как немецкие буквы. Блюис. Видите, а по-английски это звучит совсем по-другому. Катон. Вот тут что-то пишут. Ага, 57 акрил, 34 катон и вискоза 9%. Девочки, я сейчас котика запущу и мы продолжим. Ну вот, девочки, смотрите. Здесь, значит, спицы 3,5-4 и крючок 3,5-4. Так. Лот непонятный. Вот такой один светло-желтенький, один такой. Два вот таких моточка и три вот таких моточка. Колор вот темненький 315, а здесь колор что-то я не вижу на втором. А, 320. Вот этот 320, этот 315. Ну, так нитка приятная. Она какая-то кучерявая, девочки. Смотрите, видите? Она вот кудрявая, так скажу. Кудрявая. Ну, можно какую-то кофточку связать, да? Вискоза, она будет тянуться в длину, обычно тянется. Это надо будет вязать образец и сделать после обязательно ВТО стирку. И посмотреть, и только от этого потом плясать. Потому что вискоза, она вытягивается именно в длину. Вот я вязала... Вот пион, здесь хлопок и вискоза. И она тянется именно в длину. Поэтому, ну, что-то я свяжу, конечно, для внучки. Я не вижу метража, девчат. Не вижу. Здесь как-то вот... Сейчас попробую вот эту убрать. Может быть, тут... Метраж будет. Опа. Что-то отклеиваю какие-то значки. 50 грамм здесь. А вот метраж. А метраж нам неизвестен, девчата. Знаю, что вот 50 грамм открыла. Ну вот кофточка нарисована. Ну, даже какую-то маечку с крылышками можно связать. А, вот, значит, на кофточку. 38 размер, 12 моточков.
42-й 13, я так понимаю, 46-й 14 моточков. Но у меня их 5 моточков, маечку, то есть связать вполне можно. Вот для Кристины какую-то тоже такую разлетаечку на лето, да, на тот же пляж. Цвет очень красивый. Ой, Вера, ты меня прям одарила, одарила столько пряжи. Но я хочу сказать, господи, вязальщицы мои дорогие, что у нас даже в запасе, вы знаете, что у меня очень много пряжи. Но какая вязальщица не будет радоваться пряже, да? Любая вязальщица скажет, да, это красиво, это хорошо, и это мне нужно, то, что мне нужно, естественно, девочки. Поэтому не буду притворяться, я очень-очень рада, очень рада. Я думаю, дети будут радоваться вкусняшкам. Спасибо огромное, Верочка, за твое доброе-доброе сердце. Я, знаете, вот я не люблю говорить красивых там слов, но я говорю от души огромное-огромное спасибо. И два полотенчика, которых Вера шьет сама. Полотно это вафельное, девчата. Она мне сказала об этом. И одно полотенчик это для Веры. Он такой приятное. Вот, знаете, бывает же, как раньше было вафельное. Ну, такое, как бы грубоватое, да? Нет, не грубоватое. Это она шьет сама. Молодчина. Вот такое полотенце с долларами. Оно большое. Прям большущее. Одно Верочки, одно Кристины. И вот такое полотенце красивенное. Но я думаю, Вера выберет себе с долларами. Оно более такое. А это более яркое. Это, наверное, для Крестюшки. 2000 рублей. Ой, не могу. 200 рублей. Смотрите, принт такой классный, девчата. Обалдеть. 500 рублей. Видите? Вообще классно. Спасибо, Верочка, спасибо. Это будем использовать на пляж. Вот поедем, обязательно возьмем. Даже вот расстелить и кушать. Мы же берем всегда кушать с собой. Что-то положить, еще одно полотенечко. А можно положить на песочек, лежать или на эти, ну там, такие лежаки. И лежать просто загорать. Всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Я сейчас его буду монтировать, девчата. И первое видео выйдет на Дзен. И опять же на YouTube. Теперь каждое видео будет выходить на Яндекс.Дзен и на YouTube. Всем спасибо, девчата, за ваши комментарии. Добрые комментарии, добрые. Спасибо за поддержку моего канала, девочки. Я вот, знаете, сейчас, мои хорошие, я прям открою. Открою и вам скажу. Ну, вот я открыла свой этот Сбербанк. И хочу сказать огромную-огромную благодарность выразить и спасибо за донаты Евгения Александровна. Она вот прислала 29-го 400 рублей, июля, 5-го июля Евгения Александровна 500 рублей, 19-го июля 300 рублей. Я вот смотрю, что это один и тот же человек. Евгения Александровна, вот 5 июня 500 рублей. Спасибо огромнейшее. 30 апреля вот 500 рублей. Алла Васильевна 100 рублей. Девочки,
Рита Владимировна, это моя уже Ритуля, Марго, которая живет в Южном Сахалине, Южно-Сахалинск. Ей вообще низкий поклон, потому что она помогает, ежемесячно пересылает на счет 2000 рублей. Маргошенька, тебе огромное-огромное спасибо за поддержку, за твое сердечко. Я не озвучиваю в каждом видео это, девочки, но всем, кто прислал, вот Екатерина Олеговна, 200 рублей 12 апреля, вот, Евгения Александровна, вот тоже 300 рублей, 28 марта. Вот этот человек посылает, я посмотрела, что он посылает периодически 300, 500, 500, 400. Огромное-огромное спасибо. Девочки, это для меня, вот знаете, это огромная помощь. Ваши, пусть будет даже 100 рублей, но они играют роль, потому что сами знаете, что мы живем на пенсию в частном доме, и дырок полно. Но я не плачу, мы двигаемся вперед и будем идти дальше вперед, ставить цели и будем их достигать. Правильно, девочки? Но еще раз скажу, всем огромное-огромное спасибо за ваши, ну, назовем это так, донаты. Спасибо большущие. Всем дай бог здоровья на долгие-долгие годы, девчата. Вот у меня на канале, нас уже очень много, и на канале такие негативные люди, они все отсеялись, остались одни классные люди, классные, и очень многие из них стали для меня поистине дорогими людьми, дорогими, с которыми я дружу. И хоть и мы живем на огромных расстояниях, но, слава богу, есть WhatsApp, есть YouTube, и у нас есть возможность общаться и дарить друг другу тепло. На этом, девочки, я закончу это видео. Берегите все себя. Всем вдохновения, всем вот таких подарков. Это вообще, я сегодня, вот вы знаете, наверное, самый счастливый человек на белом свете. Это настолько красоты, и хочется все схватить и начать вязать. И я буду вязать с этих вот моточков. Буду вязать и буду обязательно вам показывать в моих видео. Поэтому подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим пальчики вверх, нажимайте на колокольчик. Девочки из стареньких, кто, проверяйте колокольчик, проверяйте подписки, потому что YouTube периодически самостоятельно отписывает от блогеров и их подписчиков. Я не знаю, что это за цель такая, но я же тоже наблюдаю, что подписки бывает стоят мертво, а потом раз человек знает, что был подписан, и он мне звонит, вернее пишет и говорит, 3 раза подписалась, и тут же проверяю, у меня нету подписки на ваш канал. Поэтому, девочки, это моя убедительная просьба. Проверяйте колокольчик и подписочки, чтобы не теряться. И на Яндекс.Дзен внизу есть слово «Еще». Я там оставляю теперь ссылочку на мой канал. Один канал там я удалила, где я стояла в белом кардигане. А вот где в горчичном кардигане из кавказской пряжи я стою. Вот это действующий канал. И могу хвастаться, что там не открыли монетизацию. Правда, там идут, ну, прямо копеечки. Что-то 70 рублей я там уже заработала. Ну, поживем, увидим, что будет дальше. Идут эти копеечки, и пусть они идут. Когда-то, может быть, и наберется какая-то сумма, да? Та же сумма
На ту же обувь верили, на то же платье. Ну, посмотрим, девочки. Я не теряю все же надежды, что эта вся вот обстановка в мире когда-то же она устаканится, наступит мир во всем мире, девчата, и мы будем жить по-прежнему все счастливо и в мире, чего я всем-всем-всем желаю, мои хорошие, чтобы это время наступило как можно быстрее, и все наладится и с Ютубом. Я думаю, что это будет так. По-другому просто не может этого быть. Ну, а на этом все. Всех целую, всех люблю. И всем мира над головой. Всем пока-пока. С вами была ваша Татьяна. Всем пока.